Всем большой привет, кто заглянул на мой канал. С вами Алла Белочка. Сегодня я хочу вам показать свой первый отчет в рамках совместного проекта «В мире животных», организатором которого являюсь я, Алла Белочка. Это набор от производителя MP Studio. Набор для вышивания на дизайнерской канве, частичная зашивка, размер готовой вышивки 23 на 16 сантиметров. Называется такая забавная парочка котов. Этот наборчик называется «По морозу босиком». Отчета у меня не так уж и много, но об этом хочу чуть позже рассказать. Посадила я такую веселую копилочку, Снегурочку-обезьянку, мне ее подарили на Новый год со всеми другими подарками. Я ее сюда посадила, чтобы она вас немножко развеселила. Пока я буду вам рассказывать, есть такое предложение. Это касается участников совместного проекта. Предлагаю вам что? Сейчас хочу рассказать. Итак, это у меня есть такая мысль создать рубрику «Рассказывать о участниках совместного проекта». Давайте знакомиться, или по-другому я назову. Ну, хочу от вас небольшой помощи, скажем так, чтобы вы мне посодействовали в этом, да? Оставлю я ссылочку на ВКонтакте, на ссылку на свой контакт, да, она у меня не так давно тоже создана, именно с Белочкой, не так уж и много там фотографий, хотела все организовать, все загрузить полностью, и все фотки и показать, все свои работы, но раз такое дело, хочу вам предложить и оставить ссылочку, для чего, предлагаю вам присылать информацию о себе, то есть с какого вы города, где вы живете, да, какой у вас возраст, чем занимаетесь, какая профессия, ну, все, что вы сможете рассказать, и, конечно же, о своей работе в первую очередь, то есть о своих процессах, которых вы будете отшивать в рамках совместного проекта, размер, фирма, производитель, все, что вы сможете объяснить, рассказать, какие ниточки, все. Прошу меня понять правильно, мне нереально всех 79 человек пересмотреть заново и все это как бы запомнить и рассказать. А первое видео о знакомстве будет о первой десятке, то есть по 10 человек я буду рассказывать и показывать. Конечно, я не сильна в монтаже, какого-то не обещаю вам шоу-программу, но с помощью планшета, компьютера или ноутбука, да, хочу вам показать и рассказать. И ту информацию рассказать о каждом участнике, о каждом из вас, ровно столько узнает о вас все, сколько вы мне напишите ВКонтакте. Если вы не зарегистрированы, то пишите мне в личку о себе, расскажите. Чем больше расскажете о себе, тем больше я смогу о вас рассказать другим. Вот так мы будем знакомиться. Я думаю, вам это интересная идея. Напишите мне в комментариях, что вы, ваше мнение об этом. Очень интересно. Я думаю, вас все-таки это заинтересует. Вот. Так что чем больше о себе расскажете, тем больше я смогу о вас создать впечатление и рассказать о другим. Вот такое предложение. И, конечно, не все сразу, пожалуйста, пишите, а по человек 10-12, потому что я не знаю, как все ли увидят, как организовать, конечно, это очень немножко проблемно, но я очень постараюсь. Пишите, оставляйте комментарии, добавляйтесь, друзья, очень всем рада, очень интересно. С удовольствием все стараюсь смотреть все ваши видео. Ну, как вы понимаете, не всегда получается, но я очень, хоть с задержкой, но стараюсь пересматривать и комментировать. Вот. Так что жду ваших комментариев, очень интересно. Чем больше, чем быстрее это все соберется информация, тем быстрее я попробую снять такое видео. Вот так. Как-то так. А теперь давайте поговорим о работе. Первый мой отчет.
Итак, в набор входит все для вышивания: нитки мулина гамма, дизайнерская канва Аида 18 гамма, цветная схема, игла. Вот такой замечательный наборчик по морозу босиком. Продвижение у меня небольшое. Почему? Хочу вернуться к тому, что начала вначале вам рассказывать. Приезжали ко мне родственники в Санкт-Петербург, я в Питере живу. На дней 10, представьте, я была экскурсоводом, показывала, рассказывала по всем музеям, по прекрасным местам. Не буду все перечислять, вы многие знаете, как у нас красиво, приезжайте. Лучше приезжать, конечно, летом, в белые ночи, гуляй хоть до утра. Прекрасная погода. Ну, а зимой, как по возможности, уже были там, где возможно. И вы можете представить, в каком ритме жизни я жила, проводила время, переживала, конечно, что не успеваю вышить, повышивать. Приходилось и ночью браться за вышивку. Так, у меня было отшито, сейчас хочу показать вам на планшете, чтобы потом не забыла оставить фото. Вот такой полускелетик у меня отшит был. В начале, в подготовке видео я рассказывала вам, показывала, да? И что сейчас у меня получилось? Так, вот он. Вот такой красавец. Весь этот котенок, котяра даже, скажем так, сидит на заборе, отшивался у меня за 5 вечерков, скажем так. Это 18-я канва, аккаунт. Конечно, это мой первый опыт, без разметки, на такой мелкой канве. Для меня, конечно, это было тяжеловато, особенно по вечерам, ночам. Это вообще очень медленно, черепашьими продвижениями, темпами. Да, я снимаю шляпу перед теми, кто отшивает большие сюжеты, большие картины именно на 18-й канве. Ой, это что-то невообразимое, конечно. Но мне нравятся многие сюжеты именно от MP Studio. Также есть продолжение этой серии этих котиков, да. В дальнейшем планирую также все-таки, ну, хотя тяжеловато для меня, как я уже сказала, кому как, но мне немножко тяжеловато. Вот планирую также в дальнейшем покупать и потихонечку отшивать, так и хочу в парочку еще к нему, к этому сюжетику, второй наборчик купить. Ну, MP Studio вообще молодцы. Мне много что у них нравится. Классные дизайнеры у них, сюжетики. Посмотрите, какой котяра. Улыбка до ушей. А усы-то какие, боже мой. Посмотрите, глаза носяра. Отшиты у меня также две снежинки. Беленькая и голубая, светло-голубая. Они шли по рисунку, по схеме, под усиками, усики наверх, так что я их отшила. Мне очень понравилось отшивать их. Вот усы распаривала, перешивала, повозилась, конечно, я очень с ними. Бэкстич, как вы видите, здесь выполняется. Вот такой заборчик, заснеженный снегом. Вот. И полукрест, тень, как я понимаю, да? Так, вот сидит такой первый парень на деревне, такой котяра получился. Сидит, играет на балалайке, ждет свою красавицу. Когда же она появится? Когда же я ее отошью? Очень сильно хочу успеть к 14 февраля, к Дню влюбленных. Также я еще чередую процессы. У меня отшивается матрешка бабуля и домашние любимцы Атриолис. Вот, так что, конечно, надо, если я хочу успеть, надо что-то отложить. Скорее всего, собачки я отложу своих и постараюсь все-таки отшить вот эту красавицу в парочку. Вот все, он играет, ждет свою красоточку. Ну, вообще, первый парень на деревне. Валенки такие смешные. Смотрите, цветочки на балалайке. Бэкстич где-то я отшивала по 2-3 клеточки. А усы, конечно, я перешила. Начала длиннее стежки делать. Здесь как струны видны. Посмотрите, вот как натянуты. Уже больше протягивала. Нужно ориентироваться где-то по 2-3, где-то по 7, по 5 клеточек, чтобы это красивее смотрелось, более естественно, как бы то, что похоже было на балалайку, именно на струны. Вот, посмотрите, какая
Забавный серо-синий котяра, но эта улыбка – это что-то. Это, ой, вообще позитивчик на все 100%. Ну, обожаю, я люблю такие сюжеты, которые вызывают у меня улыбку. Хочу отшивать, оформлять, вешать у себя в квартире на стенке, да, или как-то по-другому придумывать. Ну, именно те сюжеты, которые мне нравятся, которые поднимают настроение, скажем так, вот, позитивчики. Ну, были сложности с 18-й канвой. Итак, вообще вот этот котяра, вот вроде он небольшой, но здесь отшито 3370 крестиков. Я, кстати, записываю каждый вечер, что отшила, записываю на каждый день, расписываю все крестики по всем работам. Сейчас я не буду вам показывать свой блокнотик, так как он у меня старенький, хочу организовать все это, переписать в новый блокнотик, и вам уже в другом видео покажу, или отдельном видео покажу свой рукодельный блокнотик, или вместе на парочку коту. Посмотрим, как это мне получится. Все зависит от времени, все зависит, ну, много чего зависит. Других обязанностей тоже полно: семья, работа, забота. Так что все постараюсь сделать, организовать рубрику о участниках, о знакомстве. Посмотрим, как мне это пойдет. Понравится ли вам вообще? Потому что я не мастер. Я еще хочу повторить. Я не мастер в монтаже видео, в шоу, слайд что-то делать. Ну, как бы буду стараться, буду учиться. Все-таки надо. Мало очень времени, так как я в любую свою свободную минуту, свободный часик уделяю именно вышивке. Ну, а до видео все-таки не всегда доходят руки, скажем так, да? Вот такая, посмотрите. Вернемся к котику. Смотрите, такой классный. Так что здесь 3370, это за 5 вечеров. Ну, полностью с тем полускелетиком. Разделила это 674 крестика в день. Ну, вечером, скажем так, вот у меня получилось. Так что очень хочу успеть эту кошечку. Пожелайте мне удачи, чтобы я поскорее отшила эту девочку-красавицу с таким платочком. Ох, и усы какие у нее белые, у этого черные. Класс, красота. Ну, на этом все. Буду прощаться. Спасибо всем за внимание. Удачи всем участникам совместного проекта. Всем вам легких крестиков, бисеринок. С удовольствием смотрю ваши видео. У нас столько много, 79 человек. Так классно. У всех разные работы. Очень интересно. Предлагаю всем дружить. Подписывайтесь на друг друга на каждый канал. И смотрите, комментируйте, поддерживайте. Есть также новички, девочки, которые впервые даже снимали видео, так как у меня нет возможности группу какой-то отдельной выкладывать фотографии, для тех, кто не снимает видео, да. Спасибо им за понимание, за их поддержку, то, что они ради проекта ради нашего проекта решились на первое видео, снимали и выкладывали на YouTube. Вот даже такая история. Так что прошу поддержать, и очень им тоже, как бы, скажем так, было страшновато, ну, на мой взгляд, да, как я вспомню себя, было страшновато укладывать, но они пересилили, и они молодцы, у них хорошо все получается. Девчонки, вы молодцы. Удачи вам, удачи, удачи. И легких, красивых крестиков. Все, с вами была Алла Белочка, а на этой веселой ноте, с таким классным котярой, я с вами прощаюсь. Все, жду ваши комментарии, мнения по поводу рубрики. С вами была Алла Белочка. Всем пока-пока.